Друзья, приветствую вас. Сегодня предлагаю сделать вместе две суперсерии, которые я использую регулярно в своих тренировках. Это крутые, комфортные сочетания спина плюс бицепс и спина плюс трицепс. Одно базовое движение, одно изолирующее движение. Я это использую годами уже. Одна из любимых суперсерий. Вам предлагаю посмотреть и обязательно попробовать интегрировать в свою программу тренировок. Потому что нам нужно разнообразие. Чем больше разнообразия, тем лучше отклик мускулатуры, тем больше прогресс. Давайте сразу начнем. Первое упражнение – это тяга штанги в наклоне. При выполнении тяги со штангой я концентрирую внимание на растягивании широчайших в нижней точке амплитуды. Далее на плавном движении вверх на выдохе. Вес подбираю таким образом, чтобы сделать 8 полных повторов при чистой технике. И сразу без паузы бицепс сидя с гантелями. Добить бицепс изолирующим движением после тяги – это супер удовольствие. Здесь я концентрируюсь на работе мышцы по всей амплитуде движения, поднимаю на выдохе. Задача – делать контролируемые, осознанные повторы. Подбираю вес так, чтобы сделать 8-10 чистых повторов. Такие сочетания. Первым упражнением мы прорабатываем базово спину. Естественно, бицепс испытывает предварительное утомление. Ну, конечно, утомлением это слишком громко назвать, но он уже как-то вырабатывается, разогревается. Поэтому после этого очень комфортно сразу сделать изолирующее упражнение для бицепсов. Тем самым ты в предварительно разогретую мышцу еще добавляешь изолированной работы. Два упражнения сочетаются комфортно. Потому что тяжелое упражнение первое, на него уходит наибольшее количество энергии. Вторым ты просто добиваешь. То есть в целом два подхода пролетают как один тяжелый. Таких нужно сделать 4 суперсерии с отдыхом 3 минуты между ними. Количество повторов я делаю 8 и 8. Стараюсь достигать предела в каждом подходе. Регулирую вес под заданное количество повторов. Вторая суперсерия – это спина плюс трицепс. Для спины мы делаем тяги гантелей в наклоне. Базовое движение. Трицепс будет изолирующим. При выполнении тяги с гантелями ощущения несколько иные, чем при тяге штанги. Потому что кисти выбирают другую траекторию, и тебе проще сконцентрироваться на верхней фазе амплитуды, то есть свести лопатки вместе. Количество повторов 8-10. Вес подбирается соответствующий, чтобы дойти до предела. Любопытно, что вес такой же, как в тяге со штангой. Здесь две гантели по 45 кг, там была штанга 90 кг. И сразу трицепс с той же гантелью. Мы делаем подъем из-за головы или французский жим сидя. Во французском жиме с гантелью сидя очень крутое ощущение растяжения трицепса. Я концентрирую свое внимание именно на этом. Растягиваю и даже останавливаю на мгновение в нижней точке и сжимаю в верхней. Контролирую мышцу по всей амплитуде движения, вдох делаю при опускании, выдох при подъеме. Вес подбираю таким образом, чтобы сделать 8-10 чистых повторов. Да, это сочетание тоже кайф, потому что ты тянешь, и как мы говорили в предыдущем, у тебя нагружается бицепс. И вот, ребят, что удивительно,
когда ты делаешь на сгибание что-то, то организм хочет сделать разгибание. Объяснить это невозможно. Хотя можно искать логические причины, что кровь нагнетается в эту группу, и трицепс, в принципе, здесь рядом, локоть разогрет. Но пока вы не попробуете, вы не поймете, почему это так кайфово. Потянуть, а потом разогнуть. В общем, практика. Практика все это вам объяснит. Я также делаю 4 суперсерии, то есть 2 упражнения, 3 минуты отдых, 2 упражнения и таких 4 суперсерии. Количество повторов в тягах с гантелями я делаю обычно 8-10, ну и в трицепсе также 8-10, то есть чуть повыше повторы, чем в предыдущей суперсерии. Вообще, разнообразие – это ключ ко всему. Суперсерии меня радуют тем, что это экономит время, и это высокоинтенсивный метод нагрузки. Вы обратили внимание, конечно же, на этот крутой тренажер. Это новинка, только мы разработали. Ну, вы знаете, что у меня сейчас пополняется коллекция на моей площадке. Такая тяга с опорой, я считаю, должна быть вообще в каждом зале. Кайфую от удобного оборудования. Если вы в своих тренировках чувствуете застой, уже, ну, мы же все закисаем в привычных рутинах, меняйте. Предлагаю вам попробовать мои программы в рамках проекта «Супертело». 2 недели вы смещаете свои знания и заменяете их на мои. И 2 недели тренируйтесь по четко данным заданиям. Готовите блюда по четко заданным рецептам, считаете БЖУ и тренируетесь по детальной программе в тренажерном зале, либо на спортплощадке, либо дома с весом собственного тела. Любой вариант. Перейдите по ссылке внизу, через несколько дней начинается новый 2-недельный отрезок. 2 недели вы включаетесь и дальше уже идете самостоятельно с новым багажом, с новыми эмоциями, с новизной в тренировках. Что может быть круче? Спасибо вам за внимание, ребят. С вами был Денис Семенихин. Пока.